Самое ценное общение с настоящим человеком, вот художником. Часто ли вы, дорогие зрители, разговариваете с современными художниками? А что получится, если кисть в руки возьмет архитектор? Правильно, эклектика. Именно под таким названием в Хабаровске стартовала выставка интерьерных картин Валерии Даровской. Это декоративная живопись на дереве. Вот, не на холсте, не на бумаге, а на дереве. Но это отличная технология от любой другой, и поэтому, наверное, в этом ее особенность. Письмо на дереве – это не изобретение мое, не новинка. Народные промыслы, такие как городец или хохлома, это тоже были роспись по дереву. На создание картин ушло около 10 месяцев. В ход шло все – необработанное дерево, акрил и хорошее настроение. Итог – 28 работ. Ну, во-первых, оно необычное. А то, что необычное, это уже само собой разумеется, современно. Оценить работы мастера собрались любители и профессионалы современного искусства. Даже главный архитектор края не оставил выставку без внимания. Это один подход. Вот в рамках именно такого вот как бы домашнего интерьера с множеством деталей, с множеством каких-то вот предметов утвари домашней, мебели соответствующие. Вот. Но в рамках суперсовременных интерьеров, очень минималистичных, очень стерильных, могли бы по-другому совсем зазвучать. На работу можно не только полюбоваться, но и прикупить парочку для украшения своего дома. Часть картины средств пойдет на благотворительность. Ну, я уже тут посмотрела работу, и мы будем дружить с Лерой. И у нас всегда детский фонд нашего края проводит благотворительные аукционы. Мы сейчас договорились, что она благотворительным образом окажет поддержку и свои картины нам презентует. Насладиться современными картинами на природном материале можно до 25 февраля. Стараются не пропускать модные перформансы Наталья Кузнецова и Денис Лесников. Программа «Настоящее время».